Ну, какие? Okay, wait, Leo, hang on. Oh my goodness. These boys are rascals. All right. If they were on this thing. Сфотографируй меня. Я, оказывается, рос с полярным медведем. Интересно. Short-faced медведь, он был такой очень длинный, 6 футов. 6 футов — это примерно 182 сантиметра. Вот как он выглядел. У нас, кстати, такая игрушка есть дома. Short-faced. В Азбуке Вкуса купили Short-faced Bear. А вот тут вот его скелет, этого медведя. Ну, Лёш, зачем ты это делаешь? Давай. Так. А вот сзади него кто? Вот это вот лошадь, которая тоже там сколько-то лет назад здесь жила. Вот это ее скелет. Такой лошадиный. Такая вот лошадиная морда. А тут, смотрите, на шорт-фейс медведя напал какой-то злюк. Вот его крестом медведя, вон какие лапы, он бы этого злюка мог, кажется. А, это саблезубый злюк, это сейбертус, так его называют тут. Какой злюк. Медведя. Шорт-фейс медведя обижает. Музей. Это уже прямо в музее лаборатория палеонтологическая. То есть, когда здесь в рабочее время работают, посетители могут прямо видеть, как сотрудники занимаются исследованиями. Но сегодня воскресенье. Сегодня никого нет. May we have your attention, please? The museum is seen to best advantage by starting your visit at the... Самый саблезубый тигр, как он здесь назван, Saber-tooth. Вот это его скелет, этого Saber-tooth. Сейчас мы ему снимем морду. Вот эти его клыки. Это да. Вот львы, которые здесь водились там 36 тысяч лет назад или 38 тысяч. Это вот скелет этого льва. Вот такой вот у него череп был у льва. А? Ну кто, вот кто в этом симпатяге льва узнает, а? Вот такой, слушай, ну лапа будь здоров. Такой лапище треснет. Мало не покажется. Носяра такая.